Двор на Ушакова 33 теперь радует жителей и прохожих. Взамен старой детской площадки здесь возвели целый комплекс для отдыха, который будет интересен людям разного возраста. Нам предложено было спроектировать и провести работы по комплексному благоустройству дворовой территории. В итоге получился вот такой проект с разными зонами для отдыха жителей. Зона для детей и подростков, для малышей песочная зона, интересная зона с качелями и зона отдыха для взрослых людей. Это первая площадка в городе, где для строительства беседки использовали особую породу дерева – кавказская акация, она же робиния. Материал сам по себе устойчив к влаге, но также прошел специализированную обработку. И теперь столы, лавочки и навес долгое время будут радовать жильцов своим внешним видом. На объекте уложили резиновое покрытие и использовали карабины немецкого производства. Все для безопасности детей. Данная дворовая территория была благоустроена в рамках выделения дополнительных средств Минэкономразвития. То есть это у нас 1000 дворов ДВ, в которые вошли 48 дворовых территорий с комплексным благоустройством, такое как установка детских спортивных площадок, тихой зоны для старшего возраста и асфальтирование. Эту и еще 47 придомовых территорий Уссурийска облагородили по федеральной программе «1000 дворов Дальнего Востока». Еще 32 уже отремонтировали по губернаторской. Николай Ларченко, Телемикс.